Здравствуйте. Согласитесь, неприятно, когда работу приходится прерывать из-за севшего аккумулятора в инструменте. Ждать его полной зарядки – дело еще более мучительное. Поэтому хочу представить вам аккумуляторную дрель-шуруповерт DEWALT DW907K2. С ней вынужденные перерывы в работе сводятся к минимуму. Она комплектуется сразу двумя аккумуляторами, емкостью 1,3 ампер-часа и зарядным устройством. Всего за один час оно полностью восстанавливает ресурс батареи. Мощности аккумулятора хватит для выполнения работ различных по интенсивности. Благодаря 14 видам крутящего момента можно быстро и точно вкрутить шурупы в деревянные, металлические и пластиковые поверхности. При необходимости крепеж можно удалить. Направление вращения быстрозажимного патрона меняется с помощью специального переключателя. Для каждого вида работ рекомендуется выбрать соответствующую скорость. Здесь их две. На первой, она составляет около 350 оборотов в минуту, удобно закручивать шурупы. Вторая достигает 1200 оборотов в минуту. В таком режиме с легкостью сверлятся отверстия. А чтобы случайно не повредить заготовку из хрупкого материала, предусмотрен электронный тормоз двигателя. Он останавливает сверло, как только вы убираете палец с спускового курка. И вы никогда не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.